Ноги сначала, ага, по одной. Не торопитесь. Так, с ковидом в тяжелой форме госпитализируют хозяйку дома через окно. Со двора нет выхода на улицу. Его заблокировали соседи. Видео сняли в июне. Через 2 недели мамы и бабушки семьи Милентьевых не стало. У меня отец уже сидит с мая месяца дома, он не может выйти просто на улицу. Маму хоронили, его через окошко вытаскивали, чтобы он маму последний путь проводил. Ну это где это? Это как это понимать? Эта история длится уже несколько лет. У Милентьевых и Кобелевых общий двор, что не устраивает последних. Начали собаки дохнуть, куры, петухи погибать. Сын привозит каждый раз дрова, они у него уходят. А он потребовал с меня: докажи, что это твоя земля, огороды твои. После таких разговоров семья Кобелевых пошла на крайние меры. Перекрыли территорию забором. Разрешение взяли в администрации города. Чиновники посчитали, что их жилье можно признать домом блокированной постройки. Но, видимо, бумаги подписали без выезда на место. Комитет не выносит таких решений. Он только дал оценку о том, что он не возражает. Решить этот конфликт без суда у соседей не получилось. В деле разбирается Верховная Фемида. На суд представили следующие факты. Дом построили еще в 59 году. Сейчас там живут 3 семьи. Изменить статус многоквартирного на дом блокированной постройки, по словам адвоката, можно лишь в случае, если есть один собственник. Но все же суд первой инстанции принял решение. И странно, что без участия всех соседей. Я хочу обратить внимание на существенное нарушение норм гражданско-процессуального законодательства, поскольку мои доверительные, являясь общедолевыми собственниками квартиры, они не были привлечены к участию в деле. То есть после решения суда они оказались в доме блокированной застройки. Семья Милентьевых знала о намерениях моего доверителя, значит, признать дом блокированной застройки, поскольку у них уже были все документы, все разрешения и от других организаций и полученное разрешение. Судебное заседание они обратились еще в 2019 году, но никаких действий не предприняли. Судебные прения продолжатся. Героями новых серий станут еще одни соседи многоквартирного дома – семья Пушкаревых. Следующее заседание назначено на начало ноября. Саюна Бухаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Аригус».